Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Если вы видите данное на экране, то мы, значит, начинаем проходить вот Prince of Persia, Sands of Time. Присаживайтесь поудобнее, с вами Казоку и... На что ты смотришь? На тебя. Извини. Я не могу просто... Хватит пялиться на меня. Я не смотрел на тебя. Красотка. Какие ножки. Какой взгляд. Ладно. Так. Извиняюсь. Мужские потребности даже в Принце Персии. Так. Что? Хадыжмана. Блять, какие красивые виды. Это вообще просто. Нам нужно открыть эту дверь. Поищи выключатель. Она или ты? Или ей прям показать? Дверь открыта. Я иду туда. Нет, подожди меня. Так, подожди. Солдатская столовая. Из кухни все еще доносится запах еды. А несколько часов назад за этими столами сидели люди, болтая и наслаждаясь ужином. Так же, как и люди моего отца дома в Серафе. Они чувствовали себя в безопасности за стенами замка. Откуда им было знать, что враг уже был среди них? Помоги мне! Нифига себе! Помоги мне! Подожди. Помоги мне! Помоги мне! Помоги мне! Чертял, чертики. Да ищи ты, пацан, треть! Тебе помоги это... Помоги мне! Ого, это жесткий тип какой-то. Да блять! Помоги мне! Помоги мне! Помоги мне! О! Жесткий тип, однако. Помоги мне! Помоги мне! Ты на шарнике, а тебе по центре. Ешь. Опля. Да, их прям жопой не жуй. Жопу тебя надерут. Да блять! Слышь ты, бля, пацан-треня! Офигеть, блядь, совсем! Блять, слышь ты! Мунхаузен, блядь! Да блять, заебали, ну толпой они тут наседают, блядь. Ну это скрипты, ебаные, вот отвечаю. Это невозможно играть просто реально на норме. Просто даже... Да, блядь, я его ударить хотел, долбоёба куска. Где тут это баланс, блядь? Баланс. Я возьму свой баланс. Что-то их дохуя. Я отказываю. Ну, да, блядь, заебал, слышь ты, блядь. Ёбаный шакал, блядь, а? Заебали, блядь.
Хрен кого ударишь, блядь. Один мещает, блядь. Второй мещает, блядь. Третий, блядь, мещает, блядь. Определись уже, кого ты уебать хочешь. Зич, заебали, а? Отвечаю, заебали. Ну все. Все-таки нам поверху топать. Бывает чё. Топаем поверху, наверное, да? И сохраняем. Понятно. Блядские ворота, блядь. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Солдатская столовая. Ну да. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так. А как нам топать тогда? Такс. Подожди-ка. Да подожди-ка, принц. Давай определимся, как нам по стенке-то прыгать. Ты же знаешь, что я не могу карабкаться по стенам, как ты. Эй, подожди. Ну, естественно, наверх. О, песок, ебать, нихуя себе. Я б не заметил. Подожди-ка. Я так понимаю, сюда, да? Ну да. Так, подожди-ка. Оу. Опасно, опасно. Сосен. А-а-а. Красиво, красиво. Так, подожди, а нам... Вау. Блин. Красивые виды. Однако. Так, подожди, а что тут вообще ничего? Стоп. Или там что-то есть? Блин, вот реально. В любой непонятной ситуации что-то есть. Блядь! Ну что ж ты будешь делать, ёбаный рот? Да блядь, в смысле? Почему я толкнуться не могу? Ёбаный рот, чё за хуйня? Понятно. Куда ты, блядь? Тихо. Куда эта хуйня ведёт? Или нам сюда и надо было? Заебись. Да
Бляха-муха, в смысле, а как это проходить, вопрос? Блять. Заебись. А как это проходить-то, блять? А, блядь, ну так бы и сказали, ёбаный рот. Воу. Ладно. Да, блядь. А, ну хотя... Дали, ну хотя... Ну так можно. Заебись. Ебать, открывать ворота? Слушай, я в курсе, что ты внизу. Ага. Она должна проползти, потому что так камень поставили, что ли. Ладно. А, мы еще и вернемся сюда, походу. Охуенно. Ага. Не стоит благодарности. Подожди, а где? А где песок? Еще. Где я еще мог проебать песок, вопрос? Так, а если еще один раз сохранится? И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Блин, единственный минус это по кругу сейчас валить. Не хотелось бы. Но я просто хочу убедиться в том плане, можно ли действительно туда, в другую сторону попасть. Подожди-ка. Мне просто интересно, а там с другой стороны что-то было или нет? Сейчас посмотрим. Стоп, с другой стороны имеется в виду. Серьезно? Подожди. А ты можешь реально прыгнуть или нет? Подожди-ка. Не, по-моему, он не может прыгнуть. По-моему, это мертвый вариант был. Вот этот вариант. Стоп. Ага. Ладно. Ты хочешь, чтобы я ушел, не закончив свою историю? Лестницу опустили, значит, наверх. Наверх, наверх, наверх. А, блядь, куда ты пошел? Чё за... В натуре? А как? На-на... Над зоопарком. Нам нужно пересечь этот мост. Вся жизнь как зоопарк. Так. Слышь, а ты ждать будешь или как?
Алло. Фара. По-моему, это... Где лифт, по-моему? Ну, наконец-то она идет. Давай. Фара. Давай, вот тут пролезть можно. Алло, алло. Что-то я не понял. И что теперь? Да, я как раз собирался предложить это. Так, хорошо. Ты сделал это! Подожди, а сохранение будет? Блин, конечно. Бежать за другим сохранением вообще не вариант. Красота. На что ты смотришь? Ну, я бы сказал... Ну, мне кажется, ребята меня не поймут. Ой, подожди. По-моему, вниз можно спуститься. Ты можешь? Или нет? Нихуя ты циркачка, блядь. Может, блядь. На-ра-на. На-на-ра-на. Ну, естественно, как же без этих мальчиков? Слышишь, я бы себе как-нибудь бы помог бы, Фара. Помоги мне. Ты так говоришь? Помоги будто мне. Я, блядь. Помоги мне. Помоги мне. Да он своего ударил в натуре, ебанат. Помоги мне. Блин, я вот что-то вспоминаю после... Да, блядь, слышь, ты подсмотри, а? Хер. Еще и своего валит. Помоги мне. Да, блядь. Слышь, ты, блядь, саблёр. Блядь, как он меня заебал. Да... Помоги мне. Жесткие, блядь, типы, однако, отвечаю. Ты же скоро, блядь. Да, блядь. Подожди, блядь, я этого ебану, блядь. Нам пара просто сдохнет. Бля, плохо дело. Блядь. Там... Слышь, отъебись, блядь. Да отъебись, коплёр, блядь. Бесишь, блядь. Ой. Он и Сарин, блядь. Зоны Фарис. Экспериармус. Блять, слышь, плохо дело, блять, а? Да ты заебал! Да ёбаный в рот, ну хули он мне опять сталкивает, пидорас ёбан, пидорас ёбаный, блядь. Да блядь, заебал. Да ебать, какого хрена, блядь.
тут заебал, гнида, блядь, тупая нахуй. Блядь, дайте с моста съебаться. Ну, блядь, идите сюда, блядь, циркачи ёбаные, блядь. Реально, блядь, заебали, отвечаю. Блядь, один нахуй бьет, блядь, другой нахуй шатает, блядь. Ты заебал, блядь, ну чё не... Вот как блокировку ставить, когда им просто похуй, а? Слышь, ты, блядь, ты заебал меня. Блядь. Блядь, заебал, ёбаный саблёр, блядь. Ёбаное, блядь, место, блядь, отвечаю. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Подъемный мост. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Пиздец. Так. Крутить, вертеть, пердеть. И... Головоломки, враги, Стоп, а мы тут разве не были? Нет, мы тут походу не были. Да, еще какой-то подъемник. Подожду тебя здесь, хорошо? Ага. Сейчас, подожди. Стоп, а чё оно? Оно открыться не может, потому что, да? Раз, два, три, четыре, да? Бля, подожди. Заклинило. Потяни его еще. Еще? Так, окей, она забралась, значит, да? Как забираться? Я дёрну за этот рычаг. В смысле, подожди. Мы туда, что ли, прыгнуть не можем, что ли, да?
только назад. И что за прикол? И что делать, алло? Блин, заебись, подожди. Красиво. Я имею в виду вот то место. Довольно красивое, живописное. Так. Ага. Да ёб твою мать. Так, по-моему, назад это значит сюда. Ну, естественно. Куда ж еще? Это получается... Чё, блядь? Блять, тебе проще. Так. Подожди-ка. Хочу посмотреть, у нее внизу песок там был, нет? Нифига. Внизу ничего нет, да? Блять, у меня наушник упал. Так. Будем надеяться, что ничего мы не проебали. Ну, вы поняли. Ну. Если ты сможешь пролезть в эти ворота, я буду поражен. Я всегда это знал. Я просто хотел посмотреть, знаешь ли ты. Знаешь ли ты? Ого. Сохранение, что ли? Ого. Красивое место, однако, я бы сказал. Очень красиво. Я знать бы еще, как скрин делать. Ну, 5 походу. Походу сделал. Так. Беги! Бежала она-то бежала. Бля, они чё, рандомные, что ли, эти птицы, блядь? Я не понял. Блять, я не могу. Блять, я... Подожди. Понятно. Мой косяк. Блок не ставил. Ну,
попадать будешь. То, что мост слом. Ты спускайся, я поищу другой путь. Только не очень долго, пожалуйста. А, другой путь это типа вниз, что ли? О, песок ебать. О, блядь. Нет, а тут. Туда, походу, нам не туда. Ладно. Подожди. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Как оно тут много раз говорит. Я начну историю. Разрушенный мост. Ну да. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Да никто не сомневается, принц. Что ты у нас историк. Так, подожди, а... А дальше-то куда? Да подожди, в смысле? Право, что ли? Или куда? Ну, естественно, куда ж еще? Как не на балку, да? Как не на чужую палку. Какого хрена? Подожди, тогда что? Или подожди. Ясно. О-о-о-о, я даже знаю, что надо делать. Так подожди, спускаться или... О, блядь. Заебись. Раз. Два. Три. Да ёб твою мать, а? Раз. Да, блядь, принц, ты можешь нормально перемотаться, не? Да, блядь, нормально перемотайся, а? Да, блядь! В смысле? Заебись. Нет, это вот то. Блять, я поздравляю. Ну почему я все по новой должен делать, а, Вася? Ёбаные эти перепрыгивания, я отвечаю, это полная хуйня. Это реально полная хуйня. Это настолько полная дичь, блять, перемотка. Я не знаю, как эта вся хуйня работает, вот честно, не знаю. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блять. Да бляха, муха, да что ты ж, сука, будешь делать, а? Ебануться, палки гнутся, да что такое? Блять,
еле прошел эту хуйню, вот честно. Это такая дичь. Я здесь, вверху. И чё? Ниже. Там огромный открытый балкон. Я покажу тебе, пошли. Тебе легко говорить. Ну да. А дальше? Вот и я. Оставайся там, я спущусь к тебе. Спустится он. Так, подожди, Дальше-то куда спуск... понятно. Сюда ж... Рили? А как он допрыгнет-то? Я знаю, где нахожусь. Эти ворота ведут к бане. Ты можешь найти путь туда? Ну, конечно. Нет ничего легче, чем найти путь отсюда к бане. Хорошо. Я встречу тебя там. Куда ты, блядь, прыгаешь? Вопрос, принц. Подожди. Ну, я просто спрошу первое же песчаное создание, на которое наткнусь. Не мог бы показать мне путь к бане, пожалуйста? Спасибо, тысячи благодарностей. Ха-ха, стебет. Встретимся в бане. Она приказывает мне как слуге. Я сам виноват. Женщинам нужно сразу указывать их место, иначе быстро садятся вам на шею. Я был слишком мягким. Ну, возможно, это потому, что мне было ее жаль, но больше этого не повторится. С этого момента ей придется во всем слушаться меня. Если, конечно, я смогу найти ее. Так. Бля, красивые места тут, однако. Так. Ага. Ну, благо, что хоть сохранение недалеко, и то хорошо. Блядь, а как до песка добраться? До того. Блядь, риторический, сука, вопрос. Блядь. Ладно. Будем думать и решать. Интересно, куда это все идет? Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Да, я как бы и не сомневался, что ты отсюда начнешь в следующий раз. Встретимся в бане. Гениальное название, да. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Да. Бляха-муха, подожди. Так, ну тут вроде все нахуй закрыто, да? Но я же тут не... Да ладно. Ну, естественно, как я и предполагал, он не сможет. Он не сможет. Так. Ладно, хорошо. Да ёб твою мать. А дальше? Чего? Там и внизу песок, что ли?
Блядь. Клетка. Вопрос в другом. Куда эта клетка ведет? Угу. Так, подожди, а ты не оттолкнешься, да? Бляха-муха, а как оттолкнуться-то, а? Вот это, кстати, вопрос не очень хороший. Так, подожди. It's dead. А мы что, вообще потом забраться не можем или можем? Капец, сколько тут этих мест. И хрен знает, как все это дерьмо проходить. Это надо забираться, подниматься, опускать. Чего? Че, серьезно? А как потом подняться, вопрос? Наверх. Блять, серьезно? Гениально просто. Очевидный ответ, очевидный ответ. Так. И не только очевидный ответ. Так, подожди. Либо я туплю, либо... Да, в этот раз я туплю сейчас. Да, блядь, перемотай не в эту сторону, пожалуйста. Спасибо. Так. Так, подожди-ка, теперь получается сюда. Слышь, ты, блядь, уёбок, мама. Ты чё, охуел, блядь? Сейчас я тебе пизды дам. Уёбок, блядь. Так, подожди. Блядь, куда? Уёбок, блядь. Пидарясь. Блять, сколько... Пидарясь-то сколько, а? Развелось-то, блять. Блять, да что такое, блять, перемотай. Нахуй пошёл. Блять. Ёбаный в рот. Так, а куда дальше-то, блядь? Сюда? Если я не ошибаюсь, блядь. На-на. Блядь. На-на-на-на. Блядь, ну что такое, принц? Ты меня, блядь, разочаровываешь с каждым разом. Чё, блядь? В смысле? Не понял юмора.
А как это работает? Чё за время, блядь? Серьезно? Нихуя себе поворота, блядь. Мое дело умирать. Мое дело всех ебать. Так, подожди. Блять. У меня вопрос в другом. А где заход? Как я по-быстрому поднимусь? Блять. Если, допустим, это очень тяжело. Блять. А дальше? Блять. Ну ты серьезно, блять? Ишак ебаный, блять. Как я это сделаю, блять? Да ёбаный в рот! Стоп, а не проще было? Блять, конечно, проще! Ёбаный в рот! Или нет? Блять, я ёбаный в рот, вот серьезно, ёбаный в рот. Да блять, ну может и хватит? О, блять, свою нахуй. Блять. Давай уже, блядь, быстрей, принц. Ебатушки-колотушки, давай. Чё дальше-то делать-то, блядь? Чё за лестница в небо, блядь? Чё? А, в смысле, вот так, что ли? Или серьезно? О, подожди, тут стенка. Я... Ты кого ты бьешь, еблан? Это... А, это... ХПшки, короче, да? Давайте ХПшки быстро наберем. Раз уже такая пьянка пошла. Быстрей! Быстрей. Не понял. А чё так быстро? А чё так быстро, ёб твою мать? Чё за подстава?
Блять, я пойду нахуй сохранюсь. А потом мы к этой двери, наверное, блять, вернемся. Вот это какая-то дичь. Короче, а чтобы время не тратить. Вот здесь, короче, остановимся. И отсюда начнем. Так что, в принципе, всем спасибо за внимание. С вами был Казуку Фэмили, дорогие друзья. Всем до новых встреч, всем всего хорошего, всем теплых вечеров, всем пока-пока!